Схрон с оружием обнаружен в Петропавловске. На окраине рабочего поселка на один черный тканевый мешок, обмотанный скотчем. Внутри находились обрез охотничьего ружья, пистолет, предположительно марки «Байкал», револьвер неустановленной марки, муляж гранаты и боеприпасы к гладкоствольному и нарезному оружию. Все найденное изъято, по ним будет назначена судебно-баллистическая экспертиза. Предстоит проверить, не использовались ли они для совершения преступлений. Сейчас полицейские устанавливают виновного в незаконном обращении с предметами вооружения. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 5000 МРП, это около 17 миллионов тенге, до лишения свободы сроком до 5 лет.